Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы играем в Hills of Steel. И я такой, значит, открываю сундучки, но я видео не записываю, думаю, так, сейчас поиграю немножечко, один пока. И тут у меня открылся эпический танк, давайте проверим, посмотрим, что это за танк такой. Оу, Тесла, ребята, мы открыли танк Тесла. Офигеть, как хорошо. Ну что ж, давайте попробуем, давайте проверим эту Теслу, где она у меня, вот она Теслочка. Поехали на Тесле. Сейчас посмотрим. Посмотрим, как чё кого. Тесла, новый танк. Наконец-то, то я уже давненько не открывал, ребята, новые танки. А тут я открыл сразу Теслу. Это очень даже хорошо. Ой-ой-ой, смотри, а куда молния бьет? Почему она вот так вот направленно не бьет, а? Смотри, фигня какая-то. Давай-давай-давай. Во, всё. А вроде бы получилось. Да. Она, видимо, куда показывается, туда и стреляет. А на более прокачанной Тесле она бьет, в принципе, без разницы. Сейчас проверим. А где здесь танк лежал? Перевернутый был. А, вот. Давай. Ох, нифига. Какой сильный танк, а, смотри. О, все уничтожили. Да, здоровья мало у меня у танка, ну, потому что он у меня не прокачанный. Тяжело будет нам, не знаю. Сейчас проверим, посмотрим. О, на. Так, от этих надо убегать. От этих убегаем. Ай-яй-яй-яй-яй. А, взорвали. А, да, меня взорвали. Нормально, что ли? Да ладно. Давай сыграем 2 на 2. С кем-нибудь. Приятелем. Ух ты, нифига, у них танки. Они нас сейчас... Сейчас они нас расфигачат. Так, что у нас тут? Поехал уже, да, чувачок? Ладно. Я здесь постою. О! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой, меня взорвали. Меня от этой штуки сразу же меня расколбасило. Ой-ой-ой-ой-ой, как печально все. Очень-очень печально, да. К сожалению, извини, приятель. Ну, танк-то у меня не прокачанный, потому что. А, давайте еще раз попробуем поехать на Тесле. Ага, два титана. А, у меня тоже титан, да, будет? Ну, поехали. Титанчик. Мне надо куда-нибудь сюда встать. Чтобы, конечно, я не... Опа, меня прям стрельнул. Ах ты гад такой, а. Все. Нифига там какой у меня непрокачанный. Сразу же меня уничтожили. Офигеть. Офигеть. А, ну давай еще раз попробуем. Будет получаться у нас вообще выиграть или нет. Так, Феникс и Джокер. Ой, Кобра. Ох, нифига, две Теслы. Две Теслы, ребята. Ладно. Сейчас проверим. О! А ну-ка. Ох, меня взорвали. Да. И этого тоже взорвали. Тоже, видимо, Тесла не прокачанная у него. Так же, как и у меня. Можно ее, кстати, покрасить. Ага, ну пока денег нет столько. Ну ладно. Так, кто там? Ух ты. Сейчас еще раз попробуем, сразимся. Сейчас еще раз попробуем. Так, я вот здесь стану, короче, не буду сильно близко подходить. Вот, молния-то у меня хорошо дотягивается. Победа! Прикинь, мы победили. Первая победа Теслы. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Duda Play, и мы поиграем в Крушитель Луны. И выберем мы Джокера. Да. Играем за Джокера. Вот такой вот маленький Джокер. Ох ты! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Очень такой у меня. Он быстрый. Очень-очень быстрый. Джокер. Так, стоим, ждем. А, нет, подожди, можно подъехать. А, вот они, поехали. Есть, смотри, с одного выстрела. Уничтожили. Ой, какой ты быстрый, а? Нифига. Тихо-тихо-тихо. На, держи еще. Так, надо будет мне использовать свою.
свои напалмы. Есть! На. Так, пришлось напалмы использовать, потому что он все равно потеряется. А вот теперь у нас босс. Кстати, можно было на него напалмы использовать, ну да ладно. Стоим, ждем. Стреляем. О! Еще пару ударчиков. Хорошо. Проехали мы. Забираем ремкомплект. Вот, он мне пригодится. Едем дальше. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Поехали, поехали, давайте стреляем. У меня куча патронов. Вот этот Джокер, он маленький. Но стреляет он, дай бог. Очень много патронов у него. Быстрая перезарядка, то есть. Ох, нифига, как я скатился вниз. Тихо, на, получай. О! Держи. Уничтожили. Вообще, смотри, он. Мне нравится Джокер. Прикольный танк. Когда вот играешь танками, да, когда они новенькие совсем. А потом они прокачиваются. Ребята, ну конкретно прям классно. Очень можно мочить эти танки вражеские. Ой-ой-ой, на. Подожди, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж ты будешь делать, а, гад? Есть. Уничтожили. Вот так вот этих теперь. Так, напалм я не буду использовать пока. Но уже скоро нам потребуется. Когда будет прям конкретно толпа такая большая. Никого нету, да? Во! Монетки соберем. Вот, пошли танки, пошли. Есть, два танка сразу. Подбили. О, маленький танк. Тихо, 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 чуть не перевернулся. Есть. Так, давайте напалм используем. Все, смотри, прям толпа такая уничтожилась. Но больше напалма у меня нету, к сожалению. Опа! Давай, едь сюда, едь, давай. На, получай. А я отсюда сейчас буду всех мочить. Не получается. Все, пошли нам наступление. Так, этого теперь как-нибудь. О! Получает урон. Да-да-да, вижу, краснеет. Все, сейчас мы его защелкаем. Да, защелкали. Опачки. На, держи, получай. Готов. Следующий. Все, теперь у нас второй босс идет. Это у нас регион. Ага. Давай. Все, сейчас мы его щелкаем и получим ремкомплект. Он меня все-таки попал один раз, да? Один раз. Меня попал. Вот, подлечились. Поднимаемся. О! Пошла бригада, пошла. Так, я вот здесь стану. Наверное, поближе. Подъедем. Ох, еще один едет внутри. Тут замыкающие должны быть, два красных. А, нет. Вот этот чувак стоит. Вот, теперь напалм используем. Во, сейчас все позрывайтесь. От моего напалма. Ну, не все взорвались, к сожалению. Ладно. Вот, все, теперь все взорвались. Но здоровье у меня уже меньше половины. На, держи, 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 держи. Очень много танков.
Так, ну здесь они меня, по идее, не попадают. О, этот еще стоит, стреляет, смотри, а. Есть. Готов. Так, едем дальше. О! Пошли, ребятки. Толпа такая. Ой, сейчас меня щелкнут. Сейчас меня уже щелкнут. Так, есть один, готов. Так, ё-моё, уже ехать дальше некуда. И пошли, 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 пошли. Бригада. Так, все, кончились. Или еще кто-то. Так, у меня вообще здоровье там меньше миллиметра. Едем. Опа, все. Зарвал меня. Да, так бывает. Так бывает, ребят, конец игры. Давайте, посада посреди лета. Продолжим нашим Джокером играть. Можно, кстати, поменять будет на ремкомплект обычный. О! Здесь, по идее, они послабее танки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, прям замеса такая заруба. На! Ох ты, еще один чувак. На, отдыхай, иди отсюда. Все. Вот еще один стоит, смотри. На. Готов. Так, у меня еще напалм надо использовать будет как-нибудь. Когда будет большая толпа. Вот, вот здесь я буду использовать напалм. Нафиг. Слишком много танков. Таких, которых я не люблю. Так, этот еще один остался. Все, готов. Так, опять ты, вонючка, а, стреляет. Все, сейчас подъедет, и мы его щелкнем. О, едь сюда, давай, давай, давай. Готов. А где красненький? Почему нету красненьких? Ух ты, нифига мне как колбасит. На. Все, готов. А, вот они, красненькие, подъехали. Ё-моё. Нет, надо отъехать немножко сюда. Вот здесь я останусь сейчас. Нет, куда я... Блин. Ладно, давай снизу будем стоять. Хорошо. Есть один. Второй едет. Давай, подъезжай. На тебе. Ещё. Готов. Да, здоровья совсем мало. Очень мало здоровья. Ах, все, взорвали меня. Да. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайк под этим видео. И подписывайтесь на канал, если ты еще не подписан. И мы будем играть дальше.